Do you wanna play with me that game? Play with me that game. Play that game. Хотите узнать, как поет Мару? Сейчас узнаете. You're so fresh to death and sick as good cancer. Be the light and live. You're giving me a million reasons. La la la. Всем привет, меня зовут Ваня Рассел, и по вашим просьбам, сегодня у нас певица Мару. А, я забыл сказать, что это рубрика «Голый голос» или «Голос микрофона», или «Запись микрофона», короче, или «Запись голоса с микрофона», короче, да. И по вашим просьбам, сегодня у нас Мару. Я взял песню «Drunk Groove», и давайте слушать. Приятного вам прослушивания, и сейчас поговорим, когда послушаем, о ее голосе. Мне очень, конечно, приятно, что она с Украины, да, это очень приятно, ну, понимаете, да, ну, понимаете, потому что все думали, что это какая-то зарубежная певица, группа. А оказывается, украиночка, ну как это не может не радовать? Короче, слушаем. Красиво. Мурашки пошли. Это очень красиво. Ребята, извините, конечно, не совсем идеально отделилась, да. Просто гитара тоже шла в микрофон и ну, такое. Но это очень красиво. Особенно, когда она... Хорошо, не буду. Вот с одной стороны, может показаться, да, такой, значит, средний попсовый вокал. Да ни хрена. Она делала такие прикольные штуки. Ладно, вот это... Вот это, потом она, вот это, как-то поняли, вот это, типа, делают часто в каких-то ремиксах, вот такую штуку, типа, голосом. У нее, а, еще хотел, заметил, мелизмы она делала в этой песне. Боже мой, как я люблю мелизмы, когда песня видоизменяется, вокальная партия. Если она будет продолжать в том же духе, она может стать мега популярной артисткой не только у нас, но и там. Хотя я думаю, что эта песня... Там тоже популярно. Моя оценка вокалу, помните, очень плохо, плохо, нормально, хорошо, очень хорошо. Я? Вы, конечно, охренеете, но мне понравилось. И я ставлю очень хорошо, потому что мне в конце аж мурашки пошли. Она очень, еще так чисто исполняет, очень красиво. А вы напишите внизу свою оценку. Ну что, с вами был я, Ваня Рассел. Смотрите мои предыдущие ролики с голого голоса. Вообще, заходите на мой канал. Давайте, заходите, смотрите, пишите много комментариев. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик. Обязательно, чтобы не пропустить мое новое видео. А также внизу есть ссылки на мои соцсети. Там Телеграм тоже. Я выкладываю типа новое видео, чтобы вдруг что, если с Ютуба не приходит. Короче, вы заходите в Телеграм и вам тоже придет оповещение. Короче, вы все знаете. С вами был я, Ваня Рассел. Желаю вам хорошего настроения и позитива. Улыбайтесь, все у нас будет хорошо. Пока.